Что это с ним, ребята? Он не в порядке. Я тоже так думаю. Идем. Тихо, вот он. Прячемся. Что здесь? Не высовываемся. Вам нужно уничтожать дерево. Слушаемся. Смотрите, как их много. Он пьет сок из дерева. Да, дереву достается. Нужно действовать. Поползли. Только тихо, чтобы он нас не заметил. Можно встать. Бежим. Что это за цветочек? Я не знаю. Похоже на одуванчик. Точно. Давайте попробуем стряхнуть его. Ничего не получается. Давайте, давайте, еще. Ну же. Не выходит. Еще чуть-чуть. Давайте, давайте, вот так. Вот, то, что нам нужно. Бежим. Теперь направо. Ой-ой-ой, назад. Ай! Там не пройти, наверх. Смотрите, еще один. Пристал к улитке. Попробуем проползти. Только осторожно. Тихо. Здравствуйте. Я могу поднять вас наверх, если вы мне дадите кусочек растения. Давайте поделимся с ним. Ура! Вот так! Бежим! Что случилось, друг? Все мои дети разбежались. Я никак не могу их найти. Я не знаю, что мне делать. Никто не может мне помочь. Ребята, нужно их найти. Согласен, вперед! Дальше. Теперь налево. Это еще кто? Какой он забавный! Он пытается нам помочь. Если он натянется между веточками, мы сможем пройти по нему. Было бы здорово. Вот так. Ура! Да! А ну уходите отсюда. Тут вам не пробежать. Ой-ой-ой! Я сердитый жук. Скорей, скорей. Давайте сюда. А это еще кто? Какая-то ящерица. Давайте налево. Бежим. Постойте, давайте направо. Мы ходим кругами. Да, давайте туда. Давайте. Ого, какой страшный. Ой-ой-ой-ой. Какой злой. Так нельзя, паук. Какой здоровый. Интересно, он спит? Я думаю, да. Ну и пусть спит. Так, это грибная улитка. Ее нужно полить, чтобы разбудить. Ничего себе. Эй, насопчел, помоги нам. Да, что вы хотели? Ты не можешь разбудить эту улитку? Да запросто. Ого. Смотрите на него. Какой он стал большой. Больше меня. Ну давай же. Еще чуть-чуть. Я стараюсь. Он весь закружился. Смотрите, какой он неуклюжий. Я не неуклюжий. Просто давно не летал. Ой-ой. Так, польем еще немного. Или уже не нужно? Не нужно, она уже поехала. Все, я вам помог? Да, спасибо тебе большое. Да не за что. Она нам поможет. Улитка, попробуй встряхнуть мышь, чтобы сверху упал жук. Давай еще разок. У тебя получится. Вот так. Отлично! Спасибо тебе! Жук у нас! Вперед! Так, давайте наверх! Добрый день! Мне нужно червячка. Без него я не могу поймать рыбу. Принесете? Постараемся. Так, ребята, куда дальше? Надо подумать. Это еще кто? Это какие-то лягушата. Какой маленький и смешной. Ого, сколько их! Они что-то поют! Ну да, довольно веселые ребята. Забавные. Очень забавные. Заслушаться можно. Да, можно заслушаться, но нам пора идти. Да, желудь, ты прав. Идем. Ой,
это еще кто? Бежим, бежим, бежим! Быстрее, быстрее! Ай-яй-яй! Какой страшный! И грубый. Ну ничего, мы найдем выход. Если понравилось, не забудь подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик.